Здравствуйте, мои дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Пришло то волшебное время, когда в каждом доме наряжают красавицу елку и друг другу дарят подарки. Старый год пролетел очень быстро, и вы за это время подросли, стали еще сильнее и умнее. Вы многому научились. Взрослые гордятся вами. И это замечательно. Я радовался каждому вашему новому успеху в этом году. Дедушка, сегодня в этом чудесном концертном зале собрались лучшие дети со всех уголков нашей Витебской области. Это верно, Снегурочка.
В нашем зале сегодня присутствуют отличники учебы, воспитанники школ-интернатов, победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Ребята, давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. Дорогие друзья, вас поздравляет председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Николаевич Шерстнев. Дорогие наши ребята, мы взрослые, точно так, как и вы, в предновогодние дни всегда испытываем душевный подъем, эмоциональный. Все ждем Новый год, все ждем этот праздник. В отличие от вас, может быть, мы немножко для себя взрослые, более взрослые планы вынашиваем и хотим, чтобы они в следующем году сбылись. У вас детские мечты, у вас свои планы. Но поверьте, что мы, взрослые, точно такие же мечтатели, как и вы. И в Новый год, когда стрелки отбивают буквально последнюю минуту, каждый из взрослых, так же, как и вы, задумывает какое-то желание и надеется, что оно сбудется. И тот, кто верит в это и твердо верит, эти желания, как правило, всегда сбываются. Дорогие ребятишки, вы здесь лучшие. Лучшие ребята Витебской области. Это наша гордость. В Витебской области, в школах, где вы учитесь, где вы живете, много делается для того, чтобы вы смогли себя реализовать. Кто-то классно рисует. Есть творческие мастерские, есть возможность заниматься, есть возможность свои работы реализовать, вот как сегодня в выставочном зале. Это все вашими руками делается. Вы молодцы. Кто-то сегодня занялся фотографией, реализовал себя. Просто не верится, что вы в таком возрасте уже творите такие серьезные вещи, которые достойны уровня профессионала взрослого. Молодцы. В спорте, в музыке, в танцах. Пожалуйста, занимайтесь. Не теряйте время. Каждый год, если вы что-то не сделали, в следующем году в два раза быстрее, у вас уже ничего не получится. Поэтому каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год проживайте активно, заставляйте себя работать. Если человек лентяй, ничего с него не получится. Но в этом зале присутствуют трудяги. И я вам хочу пожелать в жизни, чтобы ваш труд не был напрасным, чтобы с вас получились самые лучшие из лучших, чтобы вами гордилась не только Витебская область, а в целом наша страна. А учитывая, что у вас у каждого есть мечта новогодняя, конечно, прежде всего я вам желаю, чтобы она сбылась. Но для этого нужно не только верить в эту мечту, но и что-то делать. Здоровья вам, праздничного настроения, успехов. Каникулы, 2 недели. Получите эмоции. Получите новые интересные знания. Вы должны побывать на экскурсиях. Вы должны открыть для себя новые города, новые места, которые вам не были до сей поры известны. 2 недели активной позиции.
Дорогие ребята, с Новым годом вас, с новым счастьем, с новыми успехами. И я очень хотел бы, это моя тоже мечта, чтобы вы выросли все, стали теми людьми, о которых я только что говорил, то есть лучшими, и чтобы уже встречались в этом зале с вами в возрасте, на слете передовиков, на человек года Витебщины. Время пролетит очень быстро. Но если вы для себя поставите такие планы, они будут исполнимы. Всего вам самого-самого наилучшего. Веселых праздников, веселых каникул. С праздником! Уважаемый Николай Николаевич, в канун Нового года принято дарить подарки. Вот и наши ребятишки хотят поздравить вас с Новым годом и вручить сувениры, сделанные своими руками. Примите наши поздравления и подарки. В Новый год люди дарят друг другу то, что может восторг принести. Разрешите вам в знак благодарности наше творчество преподнести. Мы желаем вам успехов, счастья, света, теплоты. Пусть покладистая мышка исполняет все мечты. С Новым годом! Символ Нового года и мой год, год крысы. Огромное спасибо вам, Николай Николаевич, за слова добрые. С наступающим Новым годом! Вот и наступило время новогодних чудес. Время, когда сбываются все мечты. Если веришь в чудеса и не очень спешишь стать взрослым, вот тогда сказка обязательно окажется рядом с вами. Вот тогда и начнутся настоящие приключения. Самые волшебные и новогодние. Сегодня мы расскажем вам историю, которая, как и все самые волшебные истории, случилась в канун самого обыкновенного Нового года. Да-да, вы не ослышались, обыкновенного. Если сбываются мечты и желания, если приключения самые невероятные, значит, это самый обыкновенный Новый год. Верно, Снегурочка. Если бы не было никаких чудес, то и Новый год был бы необыкновенным. Итак, было это или не было, или только будет, фантазия это или нет? Живут-поживают мальчишки и девчонки, совсем точно такие же, как и вы. И точно так же больше всего на свете они любят невероятные приключения. Они дружат, играют в разные игры и точно так же, как и вы, иногда попадают в различные истории. Вы отправитесь в сказку вместе с ними, и там будете помогать нашим героям.
Да. И самое главное, вы будете участвовать во всех приключениях, потому что дети – главные герои, поэтому вам и решать, чем же закончится наше фантастическое приключение. Итак, мы приглашаем вас в сказку. Приключения начинаются! Существует множество вселенных и множество миров, созданных авторами разных книг, в которых живут вымышленные герои. Этот мир полон захватывающих приключений и невероятных историй. И есть мир со своей историей, где живут реальные люди. Они работают, учатся, дружат и влюбляются. И связывает эти два мира по-настоящему волшебная истина. И однажды в одно волшебное время может случиться так, что реальность и фантазия окажутся рядом, и только настоящие герои смогут разобраться во всем невероятном и расставить в реальности все так, как правильно. И тогда к нам придет самый удивительный, обыкновенный Новый год. Давай вместе со мною, давай вместе с тобою. Это Новый год, это Новый год, да. Это Новый год, это Новый год, да. Мёрзнут руки, снег идёт, скоро Новый год, скоро Новый год. Все куда-то так бегут в этом городе, и кто-то ждёт. Очень интересно, как, впрочем, каждый год. Ну что подарит праздник нам, что нам принесёт? Зимние улицы, снег так блестит. Скоро всё сбудется, Новый год спешит. Новый, 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 Новый год. Загадайте желания и снов, чтобы сегодня они сбылись, чтобы Новый год нам дарил любовь. Новый, 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 Новый год. Сказка снова, я знаю, придет. Посмотри вокруг, улыбнись друзьям. В этот день всегда верь в чудеса. Приключений новых ждем в этот Новый год, много волшебства. Открываем мы секрет, для которого не нужны слова. Поздравления по ТВ и по радио. Остается 5 минут, все так ждут его. Зимние улицы, снег так блестит. Скоро все сбудется, Новый год спешит. Новый, 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 Новый год. Загадайте желания и снов, чтобы сегодня они сбылись, чтобы Новый год нам дарил любовь. Новый, 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 Новый год. Сказка снова, я знаю, придет. Посмотри вокруг, улыбнись друзьям. В этот день всегда верь в чудеса. Ух ты! Вот это да! Ничего себе! Как красиво! Еще бы! Это же главная библиотека страны! Самая огромная в Европе! Настоящий алмаз знаний! Ее даже из космоса видно! Ого! А ты откуда знаешь? Читаю много. Всем понятно, что все знания из книг. Вот только времени все здесь посмотреть совсем не остается. Это из-за того, что кто-то очень любит размениваться на всякие мелочи, а не сразу к цели. Эй, ты о чем? Это я о том, что сразу нужно было ехать на экскурсию в библиотеку, а не бегать по кондитерским, как будто конфет никогда не видели.
А что тут такого? Перед Новым годом особенно хочется сладких подарков. Теперь, чтобы увидеть все, у нас остается 1 час времени. И библиотека закроется. Не успеем. Ха! И откроется только в следующем году. Хватит болтать. Идем смотреть. А куда идти? Что смотреть? А так хотелось приключений. Придумай что-нибудь. Вот сам и придумай. Ты же у нас больше всех конфеты любишь. А у меня в наушниках новый трек. Классный трек. Хочешь послушать? Я не для себя. Ты как будто бы танцуешь в съемке замедленной. Каблуками нарисуешь запятую на полу. Ты как будто и не видишь, что я влюбляюсь немедленно. Ты как будто бы не знаешь, как тебя я люблю. Это сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма, будто музыка говорит, что уже пошли в финале. Сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма, будто музыка говорит нам, что уже пошли в финале. Я как будто жизни книгу назад перелистывал, вырезал и склеил у себя я в голове. Отпечатки на странице и ком горлу подкатывал, когда видео включалось в памяти моей. Сильно, знаешь, очень боль бывает сильной и проносится кадрами из фильма. Мысли и одно невыносимо, абсолютное бессилие от того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от нее влюбленный глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ. Сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма, будто музыка говорит, что уже пошли в финале. Сильно, очень сильно, будто кадры в конце фильма, будто музыка говорит нам, что уже пошли в финале. Эй, подождите, какие финальные титры? Еще ничего не началось. И не начнется, если мы будем в этом атриуме топтаться. Здесь 2 варианта. Или идти самим и заблудиться в этом огромном книжном лабиринте, или... Сейчас ломанем пароль, все узнаем, все спросим. Стой! Так нельзя! Без разрешения? Вот уж эти мне ботаники! Что сейчас было? Ты что натворил? Но я же хотел, чтобы наше приключение получилось. Тут не поспоришь. Хм, тебе удалось. Ой, моя голова как будто квадратная и гудит. Да уж, посмотрели главную библиотеку. Слышь, влюбленный, все равно в комп влез. Теперь ж мы хелп. Да кто нам поможет? Мы застряли во времени. А как же Новый год? Ничего не понятно. Я сломал главный компьютер. Приветствую вас, жители реального мира. Здравствуйте. А вы кто? Директор библиотеки? Это главный хранитель знаний. Здравствуйте. Может, вы нам подскажете? Если вы все знаете.
Может быть, поможете? Мир книг очень хрупкий. С ним нужно обращаться бережно. Ты нарушил равновесие между миром реальным и миром фантазии. Ты неумело смешал важные знания и разбросал их. Со страниц книг исчезают важные добрые слова. Стираются хорошие воспоминания людей. Остаются только самые тоскливые и ужасные. Реальная история и книжные сюжеты смешались. Но я не хотел. Знаю, но все исправить придется тебе. Нужно найти те знания, которые важны и для мира книг, и для всех людей. И тогда время вновь устремится вперед. И только тогда Новый год, который ждут на всей земле, придет. Но как? Как я один? Ты не один. Я с тобой. Честно? Абсолютно. И я с тобой. Даю слово. Мы с тобой. Я помогу. Я готов. Первое испытание пройдено. Это как? Рядом с тобой надежные друзья, готовые стать дружной командой. Это очень важно. Ответы на вопросы найдешь в книге. У них все получится. Они все исправят. Не забывайте, ответы в книге. Вот это приключение! Это факт. И не поспоришь. Приключения мы попадали не раз. По плечу нам все книги, романы, рассказ. Победим мы сейчас без напыщенных фраз. Мы дали слово. Бегал я по страницам все дни напролет. А теперь что-то новое ждет. Страницы вернем, встретим мы Новый год. Да стопудово. Привыкла первой быть во всем. Мы к цели все придем. А если будут нам мешать, отпор сумеем дать. Эй, ребята, давайте вперед, веселей нашу елку зажжем. И станет светлей, пригодится нам все, о чем каждый мечтал. Хорошо бы, чтобы сам нас еще поддержал. Приключения, препятствия нам не страшны. Если мы ураган, мы реально сильны. Наша дружба прочнее китайской стены. Да. Мы крикнем ему привет. Пусть время летит вперед. Нам нужен Новый год. Если долго-долго-долго бежать по тропинке или дорожке, короче, когда ты чего-нибудь хочешь, добьешься. Терпение немножко. Книги читаю целыми днями. Нахожу любую книгу закрытыми глазами. И стихи хороши для любого момента. Мое слово бросок сразу бьет в эпицентр. С рождения сделала к знаниям шаг. Держим книгу в руках и стоим на ногах. И теперь не могу и без книги никак. А я тем более. Спорить тоже имею я авторитет. Мой конек, я со всем интернет. Если я наступаю, соперников нет. Как на танцполе. Милее мне мечты любой. Хороший, честный бой. И будет сказочный турнир. Мы покорим весь мир. Эй, ребята, давайте вперед, веселей нашу елку зажжем. И станет светлей, пригодится нам все, о чем каждый мечтал. Хорошо бы, чтобы зал нас еще поддержал. Приключения, препятствия нам не страшны. Если мы ураган, мы реально сильны. Наша дружба прочнее китайской стены. Да. Приходит Новый год. Нам нужно отправиться в разные отделы знаний, чтобы найти самые важные. Будем на связи. За работу. До встречи. До встречи. Маш, я правда не хотел. Вернее, мне хотелось понравиться. Внимание мое ты точно привлек. Да ладно тебе. Не унывай. Зато какое приключение получилось. Мы обязательно все исправим. Нам бы мудрости. Маша, смотри,
книга, она живая, она поможет. Родная земля, краеведение. Нам нужно найти книги о нашей родине. И среди всего важного найти самое важное. Приветствую вас! Приветствуем вас! Здравствуйте! Нам нужна помощь и мудрость нужна! Родная земля всегда понимает, если кому-то из ее детей нужна помощь. Знаете, я случайно, не специально, просто хотел понравиться. И вот теперь... Мы знаем! Мы знаем! А теперь со страниц книг исчезает самое важное и доброе. В книгах все перепуталось. Не поймешь, где начало, где середина и чем закончится. Исчезают хорошие воспоминания людей. Остаются только самые тоскливые и ужасные. И мы не знаем, как нам все вернуть. Мы даже не знаем, где теперь наши друзья. Как их найти? Как все исправить? Вспомните о самом главном, чему вас книги научили. Станьте настоящими героями в сказке, и тогда в жизни вы будете настоящими людьми, а родная земля даст вам мудрость и отвагу. Я постараюсь, я буду решительным. Мы справимся. Ты пойми, что смелость — это только лишь способность жертвовать собой ради всех и для других. И тебе об этом скажет собственная совесть, что стучит в отважном сердце, словно добрый стих. Если будет твое сердце к приключениям готово, то тогда ты сможешь ничего не потерять. Сделай смелость и отвагу, ты теперь своей основой, и не разучись любить и верить и мечтать. Мудростью своей родной земли силы встать, суми друзей спасти. О себе не думай, позаботься о других.
мудрее и даже откровений. Вот откуда приключение, путь к волшебному лежит. Из мельчайших, ярких, самых сказочных мгновений на страницах нашей книги мы напишем нашу жизнь. И когда пойдем вперед по этой сказочной дороге, всем вокруг подарим свое сердце и свое тепло. Чистая любовь и волшебство в пути согреет многих, если мы разрушим только вместе истинное зло. Мудростью своей родной земли о себе не думай, позаботься о других. И пойми, что эта сила только в вас самих. Мудростью земли друзей спасти, сила в этот миг в вас самих. Мудростью земли друзей спасти, сила в этот миг в вас самих. И помните, мудрость родной земли защитит вас. Поверьте в себя, родная земля поможет вам спасти то, что исчезает. Мне это хорошо известно. Удачи вам, юные люди! А где наши друзья? Никого не видно и не слышно. Надо с ними связаться. Сейчас позвоню. Салют! Я в отделе сказок. В этом нереальном отделе происходит что-то совсем нереальное. Не могу узнать ни одной книги. Все в... Куда? Подожди! Останавливайтесь. Стирайте всю информацию. Меняйте сюжеты книг. Делайте их неузнаваемыми. Стирайте человеческую историю. Чем меньше памяти у людей, тем сильнее я. Стереть из памяти забыться. Все прошлые мечты. Не плакать, не кричать, не злиться. И делать все без суеты. Не вспоминать, не умиляться. И не бояться потерять. И глупости не удивляться. И умных тоже не искать. Своей дорогой не запретят идти другой. Пусть черная кружит тревога. Я сам хозяин над судьбой. Сотру из памяти забудут. Пусть днем сегодняшним живут. Не станет больше места чуду. Для всех путь этот пусть идут. Счастьем. А я со старым не распрощался.
и планирую с ним отметить несколько новых годиков. Добрый вечер! А вы не подскажете, который час? Ура! У нас гости! Алиса, ура! Эй, Алиса! Я желаю тебе в новом году найти свой милофон! А разве Новый год уже наступил? У нас он наступает всегда. Просто праздновать Новый год по часам было очень скучно. И вот шляпник взял их и починил. И теперь у нас на часах всегда 12, и всегда время пить чай и кричать «С Новым годом!» Мы готовы праздновать Новый год круглый год. Ну, скорее присаживайся к нам. Занято, занято, мест нет. Места есть. Тогда съешь печенье. Вот печенья как раз и нет. А почему шляпник молчит? Потому что он совсем спятил. Пятился, пятился по пятницам, вот и спятил. Молчит, молчит, а потом вдруг такое скажет. Скажи ей, шляпник. Алиса, как я рад, что ты вернулась. Я скучал. Новенький год уже на подходе, сейчас будем бить часы. Бить часы? Бить часы. А чему ты удивляешься? Все дети знают, что в Новый год часы бьют 13 раз. Раз! Два! Что вы делаете? Перестаньте бить по часам, как по барабану. Три! Не могу перестать. Если я не ударю, то не будет королевского крокета. И Нового года не будет. Ба-бара-барабану, дело нам по-бара-барабану. Все планы по-бара-барабану, проблемы по-бара-барабану. Где мы, там и Новый год. Что это такое, люди по уши в делах? Посадить, построить, починить, поубирать. Каждый день стараемся держать себя в руках. И ох, и ах, живут все в попыхах. Ну зачем так мучиться, зачем себя терзать? Как по мне, так лучше научиться отдыхать. В жизни столько поводов для наслаждения. И ты, и я, того же мнения. Возьми кота за лапу и дело в шляпе. По-бара-барабану, дело нам по-бара-барабану. Все планы по-бара-барабану. Проблемы по-бара-барабану. Где мы, там и Новый год. И не дорешено то, что уже сделано, то переделать вновь. Все не успевается, все валится из рук. Ты так себя загонишь, милый друг. Все советую я средства от усталости. Надо расслабляться, что дожить до старости. Недаром же придумали чудес водоворот. О всем забудь, встречаем Новый год. Возьми кота за лапу и дело в шляпе. По-бара-барабану, дело нам по-бара-барабану. Все планы по-бара-барабану. Проблемы по-бара-барабану. Где мы, там и Новый год. Остановитесь! Я и так сейчас столько времени потеряла. Ты потеряла время? О, тогда мы его найдем. И заберем себе. И у нас всегда-всегда будет Новый год. Алиса, не забудь меня и... не забывай. Странно, прекрасно. До встречи, дорогая Алиса. Подождите, куда же вы? Это что?
Все сказки теперь такими будут? Нет, без сказок невозможно. Все дети на сказках растут. А как же теперь в чудеса верить? А желание загадывать кому? Это получается, что теперь дети не будут знать, что добро обязательно побеждает зло? Маш, что делать? Да не знаю я. И спросить не у кого. Хоть бы кто-нибудь какой-нибудь нарисовался. Стоп! Ты сейчас какое-то важное слово сказала. У меня все слова важные. Подожди, повтори, что ты сказала. Повторяю для тех, кто не запоминает с первого раза. Я сказала, спросить не у кого. Хоть бы кто-нибудь какой-нибудь нарисовался. Вот оно. Нарисовался. А по слогам зачем? Не понимаю. Все очень просто. Нам нужен кто-то очень супергеройский, чтобы нам помочь во всем разобраться. И? Го-го. В смысле, гоу-гоу. Идти надо, бежать, искать самых крутых героев книг. Чувствую, они где-то рядом. Открывай книгу. А при чем здесь рисунки? Просто я думаю, нам надо комиксы полистать. Вот где суперские герои нарисованы. Это каждому мальчишке известно. Ладно, хорошая идея. Давай, вспоминай, кто нам нужен. Мы вам поможем. А вы готовы вместе с нами? Тогда дружно поднимитесь. Все-все-все! Танцуем, повторяем и вспоминаем супергероев вместе с нами! Давайте с вами вместе комиксы листать, супергерои песни, способности изучать. Мы вместе с вами будем героев вспоминать. Вы только не забудьте нам дружно отвечать. Вот кто сидит на крыше и сеть его тонка. Ребята, все узнали человека? Паука! Пускаем паутину! Все вместе! Он чумовой супергерой, за справедливость всегда горой. Он мир спасал и не устал, злодеям он сражает на повал. Он чумовой супергерой, за справедливость всегда горой. Он всем без исключения помогает и мира злодеев спасает. Продолжаем! В галактике на страже любому даст отпор. Стал королем Асгарда, герой могучий Тор! Бьем молотом! Все вместе! Сверхсила, суперразум, ученый и стратег. Уверен, нам поможет железный кто? Человек! Повторяем! Он чумовой супергерой, за справедливость всегда горой. Он мир спасал и не устал, злодеев он сражает на повал. Он чумовой супергерой, за справедливость всегда горой. Он всем без исключения помогает и мира злодеев спасает. Есть скорость и отвага, умение, арсенал. В прыжке сразит любого, зеленый значит Халк! Повторяем! Он дерзостью своею злодеев отпугнул. Он странно гениален, мы зовем его как Дэдпул! Все вместе! Он чумовой супергерой, за справедливость всегда горой. Он мир спасал и не устал, злодеев он сражает на повал. Он чумовой супергерой, за справедливость всегда горой. Он всем без исключения помогает и мира злодеев спасает. Молодцы! Вы помогли нам! Так, понятно. Супергерои сейчас на хайпе. Может, и помогут. Идем в отдел комиксов.
покой. Я прилечу на помощь и иду домой. Всю ерунду я давно оставил на потом. Комикс откроем, разгоняем напролом. Мир зловещий и чужой дрогнет под моей ногой. Я и монстр, и герой, я ас, клинка. Злодеев не спасет ни магия, ни черный ход. Мы идем сейчас врагу, дадим пинка. Я их создал сам. Ты видишь, все подвластно моим рукам. В твоих глазах я часто замечаю грусть. Но так и знай, в твою реальность я не вернусь. Ведь я спасал принцесс, и я сражался вновь. Я умирал за веру, возрождался вновь. Я выжимал форсаж, да из последних сил. Пускай никто в меня не верил, я победил. Я прожил всю жизнь, я умел летать. Я был реально тем, кем здесь не смог бы стать. А годы пусть проходят, я только улыбнусь. Я здесь останусь, я не вернусь. Кого я вижу? Жалкие людишки позвали на помощь супергероев. Я сотру вас в порошок, разобью на пиксели. Нет таких героев, которых нельзя стереть из памяти. Знаешь, я прожил 1500 лет. Положил вдвое больше врагов. И каждый из них был не прочь меня убить. Да не сумел. Я живу, поскольку избран судьбой. Не смеши дементора. Избран судьбой, а уничтожен будешь мной. Сколько я себя помню, я всегда старался поступать правильно. Но я уже не понимаю, что правильно, а что нет. Но я думаю, что смогу снова принять вызов. Прими мой вызов, глупец. Я принимаю твой вызов. Может, новое начало новой истории, и отныне я другой человек. Можно забрать у меня дом, все мои примочки и игрушки, но одного отнять нельзя. Я железный человек. Тебе не справиться со мной. Я вижу, ты в ярости. Могу свернуть тебе шею и даже не позеленеть. Вот такой я странный человек. Не называйте себя людьми. Вы всего лишь жалкие чудовища. В академии, где меня готовили как агента, нас учили не отвлекаться, а полностью посвящать себя своей миссии. Так все становится проще. Ну, так кто тут из нас чудовище? Хватит болтать, жалкие супергерои. Примите вызов. Сэр, я просто дружелюбный сосед. Сэр, да ладно. Мы принимаем вызов. Хорошо, что супергерои немного задержали этих стирателей, но долго им не продержаться. Вот что ты натворил? Теперь даже супергероям нужно в помощь какие-нибудь герои. Да, история. Маша! Маша! Я попал в историю! Да мы тут все попали в историю. Время остановилось. Непонятно, кто и где, и когда, не ясно. Не расстраивайся. Я обязательно все исправлю. Здорово, что кто-то из друзей с нами связался. Только непонятно, кто именно. Ничего не понятно. Мне кажется, что я начинаю забывать наших друзей. Грустная история. История! Маша, ты молодец! Ты говоришь очень важные слова. Вспомни,
На уроке мы проходили очень важные понятия. Каждый должен помнить и знать свою историю. Без прошлого не может быть будущего. Ну какой же ты все-таки ботаник? Хотя, наверное, сейчас ты прав. История — это же так всего много, столько событий. А если нам перенестись на несколько веков назад, в какой-нибудь замок, как тебе такая история? Может, теперь что-нибудь выясним, что-нибудь узнаем? Из будущего. Здравствуйте. Рад знакомству. Здравствуйте. Позвольте узнать, из каких краев вы к нам пожаловали? И где, позвольте узнать, находится этот город? Будущее. Да мы не из города будущее. Да мы вообще не из будущего. Так кто же вы? Маша, дай я объясню. Мы из современности. То есть из настоящего, а вы из прошлого. Да что вы себе позволяете? Мне, Каролю Станиславу Радзивиллу, сказать, что я устарел? Да я! Дорогой пани Каханку, не гневайтесь. Вы всегда молоды. Мне кажется, что этим чьим-то настоящим современникам нужна помощь, иначе они никогда бы не позволили себе заявиться на ежегодный рождественский бал без приглашения. Все верно, ваша светлость. Нам нужна помощь. Так и есть. Дело в том, что я сломал центральный комп. Что? Это не важно. Вам этого еще лет 300 знать не обязательно. Нам нужно узнать у вас о чем-то очень важном. Юные современники, позвольте пригласить вас станцевать на нашем балу. Уметь танцевать – это важно. А я во время танца расскажу вам удивительные истории. Может, вам именно они и нужны? Дорогая Маша, позвольте пригласить вас на танец. Я согласна. Главное, чтобы ты мне ноги не оттоптал, слоник ботанический. Должен вам сказать, что сегодня на балу очень известные личности. Вот гляньте, это Николай Христофор. Образован, благороден и очень любит помогать детям. Понятно. А кто здесь еще? Это Михаил Казимир. Мы называем его Рыбонька. Это потому, что плавает как рыба в воде? Это потому, что он так называет всех прекрасных дам. Его супруга Франтишка Уршуля. И чем же она знаменита? Ну как же, она основала здесь один из первых театров. В замке действуют музыкальная и балетная школы, придворная капелла. Уважаемый пани Каханку, это все очень интересно, но должно быть здесь у вас что-то важное-приважное. У нас короли всякие с визитами бывают, балы красивые. А не хотите ли прогуляться в замковом парке? Он своей красотой всем известен. Нет, определенно что-то еще должно быть. Мы можем вам рассказать красивые истории о любви. Есть у нас в парке дуб и сосна. Их стволы так тесно сплелись. Это такая красивая история любви. Я сейчас расскажу. Спасибо, не сейчас. Нам торопиться нужно. Тихо-тихо-тихо, тишина! Есть в замке книга. Она бережно хранится среди главных сокровищ. Представляете, ее не от руки писали, а напечатали. И в этой книге может быть самое важное. Там память многих поколений.
здорово, что эти стиратели до нашей истории не добрались. Все отчетливо видно, все важные события на месте. Княжна Барбара и князь Сигизмунд Август. Август, сентябрь, нам бы декабрь, 31-е. Княжна Барбара, это же известная дама в черном, я читала. Упс, здравствуйте, неожиданно? Приветствую всех. Мне очень странно здесь оказаться, особенно с этим странным господином. И меня никогда Барбара не называли, но все так запуталось. Ха, ну я-то абсолютно точно не август и не декабрь. Я круглогодичный Джокер. К вашим услугам. Что-то вы приуныли, развлечемся? Ну вот, и здесь начинается что-то непонятное. Вы же не история, вы из книг. Да я такая история, закачаешься. Дурдом какой-то. О, и по этому поводу новый дворцовый танец. Князь, княжна, господа придворные, приглашаю всех на танго. Глаза на глаза, щека на щеку. Ворачивал себя перед тобою наизнанку, давая жестами понять, я человек, а не приманка, и приглашая танцевать шизофреническое танго. В моей душе покоя нет, в башке гуляет таракан. Я, как и все, иду на свет, но там расставленный капкан, и не смолкает в голове шизофреническое танго. Совсем запуталась. Куда все делись? Я Джокер. Меня все происходящее развлекает. Скажи слово, и все хохочут. Покажи палец, и все лопаются от смеха. Никаких мыслей, никаких идей. Только хихоньки. Только хахоньки. Мир фантазии рушится. Какие уж тут хихоньки. Я уже не понимаю, я добрая волшебница или злая. Пусть вас это не тревожит. Все как-нибудь само собой разрулится. Так или сяк разрешится. Вот бы мне его уверенности и наглости. Вот уж не надо. Дорогая Малефисента, мы обязательно вернем все на свои места. Вы... Перестаньте щекотаться!
Я Джокер, за мной так нельзя! Малефисента, колдуй! Малефисента ты или нет? Не могу! У меня ничего не получается! Они стерли всю мою магическую силу! Ничего не получается! Все рушится, все изменяется! Я устала! Я домой хочу! Я забыла свою лучшую подругу! А если я забуду маму и папу? Мне страшно! Маша, милая, не расстраивайся! Я придумаю, как нам быть! Ты только, пожалуйста, про меня не забудь! Забудешь тут про тебя! Нам нужно собрать всех друзей! Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем! Погнали! Вы готовы помочь? Вы согласны стать настоящей командой? А для этого вы должны стать сильными, ловкими, дружными! Готовы! Повторяем! Что-то с вами засиделись, нам давно пора размяться. Начинаем вместе с вами физкультурные занятия. Ну-ка, дружно поднимитесь и друг другу улыбнитесь. И движения простые вместе с нами повторите. Начинаем разминаться, будем весело играть. Чтоб здоровье было крепким, мы начнем сейчас шагать. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Нам на месте не сидится, будем с вами мы крутиться. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Перейдем сейчас к подскокам, но не к низким, а к высоким. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Пусть звучит задорный смех, поднимаем руки вверх. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Мы руками дружно машем, ловкость мы свою покажем. Влево, вправо, вперед, назад. Влево, вправо, вперед, назад. Мы не будем бить поклоны, вместе сделаем наклоны. Влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. Кружимся! Прыгаем! Машем! Наклоны! Шагаем! Разминка окончена! Молодцы! Вы настоящая команда! Вы умеете быть дружными! Вы классные! А значит, приключения продолжаются! Я больше не могу! Я устала! Все вокруг какое-то расплывчатое, кубики странные кругом. Я не знаю, что делать! Будем громко звать друзей, и они услышат. Маша, не сдавайся! Пой со мной нашу классную песню. В этом сказочном сюжете чимся мы на всех парах. И сегодня, моя Маша, говорим мы о друзьях. Много есть друзей хороших, всех друзей не сосчитать. Друг поднимет настроение, с другом можно помечтать. Вместе выучить уроки, рядом в школе посидеть. Можно прыгать, можно бегать, но можно песни петь. Дружат Ксюша и Наташа, а Сережа дружит с Пашей. И Андрюха дружит с Вадей, а Снежана дружит с Надей. Здорово, я начинаю вспоминать. Вот, послушай. Ангелина дружит с Сашей, а Алена дружит с Дашей. Вместе Юра и Карина, дружат Алла и Ирина. Две подружки Лена с Таней, Катя подружилась с Ваней. Женя подружилась с Лерой, дружат Ярослав и Вера. Лучший друг у Вити Саша, а подруга Дины Маша. У Антона есть Алина, дружит Света и Марина. Подружились Оля с Настей, Лиза подружилась с Васей. Дружат Руслик и Аркаша, крепче нет, чем дружба наша. В этом сложном приключении нам скучать никак нельзя. Потому что мы все вместе, потому что мы
друзья! Супер! Мы вместе! И никого не забыли! Ой, я вам такое расскажу! Представляете, мы у пиратов были! Их корабль застрял в вечной мерзлоте! И теперь ни туда, ни сюда! А мы с индейцами сначала сражались, а потом подружились и вигвам построили! Двухэтажный! Мы были в стране чудес! Там все вверх дном! Представляете, снежная королева влюбилась и теперь на Северном полюсе выращивает цветы! Все понятно. Можно не продолжать. Мы с Машей позвали на помощь супергероев, и они... Наши силы не равны. Мы можем проиграть битву. Нам нужна помощь. Торопитесь! Мы вам поможем. Мы должны стать самыми сильными. Мы должны стать суперкомандой. Мы станем самыми сильными. Мы классные! Вновь начнем битву со злом. Здравствуй, соперник, эй, улыбнись, но теперь берегись. С нами сразись, только чур без истерик. Наш напор, как приговор, мы не разлей вода. Отныне соберем сотни страниц. Точный удар, мы на вершине. Мы команда, друг за друга все горой стоим. Это правда. Вместе мы победим. Против нас должен быть ас. Мы класс! Отлично, это не лол, пробежка, прикол. Вести себя здесь надо прилично. Станем стеной, ринемся в бой всей гурьбой. Смелее в этот час каждый из нас стал еще, еще сильнее. Мы команда, друг за друга все горой стоим. Это правда, вместе мы победим. За друга все горой стоим. Это правда. Вместе мы победим. Смелее, друзья. Когда мы рядом, солнце ярче свет. Рось нам нельзя. Без друга счастья нет. Встанем плечом к плечу. Ребята, все к мечу. Плотным кольцом идем напролом. В том наша кредо, правда сильным очень важна. Значит, нужна только победа. Наш напор, как приговор, мы не разлей вода. Отныне соберем сотни страниц. Точные удары, мы на вершине. Мы команда, друг за друга все горой стоим. Это правда, вместе мы победим. Мы команда, друг за друга все горой стоим. Это правда, вместе мы победим. Теперь мы готовы. Эй, вы, стиратели, мы не дадим вам уничтожить самое главное. Мы вызываем вас на бой. Ты хочешь со мной сражаться? Мы будем сражаться с тобой. Мы тебя победим. Я сотру вас. Вы никого не вспомните. Никто не вспомнит вас. Хватит болтать! Даже самое большое магическое зло не сможет победить человека! Thank you.
Вот, все стало на свои места. А время почему не заводится? Скажи ему важные слова. Я люблю тебя, потанцуй со мной, это танец глаз. Я люблю тебя, потанцуй со мной, этот мир для нас. Падала звезда, с неба падала, загадала я найти тебя и нашла. А теперь я никому тебя не отдам, потому что я поверила твоим словам. А мои глаза не врут, нет, не врут тебе. Я спустился на шальной ночной звезде и достал я свое сердце из груди. Я дарю его тебе, бери. Я люблю тебя, потанцуй со мной, это танец глаз. Я люблю тебя, потанцуй со мной, этот мир для нас. Я люблю тебя, потанцуй со мной, это танец глаз. Танцуй со мной, этот мир для нас. Что это приключение закончилось. И снова добро победило. И так здорово, что наши герои счастливы. А удивительные приключения будут всегда, потому что вы каждый день открываете что-то новое. И самое главное, сердца ваши горячи, и вы готовы прийти на помощь, и умеете стать настоящими друзьями. В этом удивительном мире книг мы открыли для себя самое важное. И это навсегда останется в сердце. С тем, кто верит и мечтает, умеет любить и дружить, обязательно произойдут удивительные чудеса и невероятные приключения. И придет самый лучший, обыкновенный Новый год! Стрелка Земли на орбите звездных часов. Новый виток фейерверком слов надежды открывает. Смело шагни в Новый год, как в сказочный сон. Но не забудь загадать свое заветное желание. Невозможных желаний на свете нет, просто надо знать один секрет. Сейчас, когда луна плывет по небосводу, на снегу нарисуй звезду и замри, досчитай до трех и сотри все мечты, она исполнит с Новым годом. Все сбудется, объятия распахни. Улыбками на улицах сияет все сегодня. Все сбудется, лишь сердце сохрани. Секрет волшебной сказки новогодней. Миллион репостов и лайков, не за селфи в куче подарков, не за Дед Мороза на байке, а за этот маленький секрет. За звезду, упавшую на снег, за мечту, согревшую нас всех, за надежды добрый свет. Раз, два, три!
три! Все сбудется, все сбудется, объятия распахни. Улыбками на улицах сияет все сегодня. Все сбудется, все сбудется, лишь сердце сохрани. Секрет волшебной сказки новогодней. Секрет волшебной сказки новогодней. С Новым городом! Сладкие подарки участникам праздника от председателя Витебского областного исполнительного комитета Николая Николаевича Шерстнева.